приехали в храм Будды, сейчас мы поднимаемся. Там наверху всем нужно будет снять обувь. И главное, чтобы были прикрыты колени. То есть или длинные шорты нужны. Девушкам надо. Вы поняли, короче. В общем, поднимаемся сейчас. Берете набор, в него входит одна свечка, вы поджигаете, ставите, видели как. Три сандаловых палочки тоже поджигаете, ставите в определенное место. И дается еще три, вот бумажечка, три кусочка сусального золота. И оно наклеивается вот на такого Будду. Вот. Сейчас будем пытаться. Как сказал местный паренек, это делается для того, чтобы была реинкарнация. Я не понял, кого, Будды или вас. Во всяком случае, хуже от этого не будет. Какой день недели вы родились, там, этому Будде вы приносите пожертвы. В данный момент это монетки бросаете. Вот смотрите, все Будды стоят, Будды вот. И тут у меня вторник, кстати, звонил маме, потому что не знал, вы заранее подготовьтесь, узнайте, когда вы родились. Посмотрите, какой у меня классный Будда. Лежит, отдыхает себе, вообще не парится ни о чем. Будь здоров. Вот. Всем рекомендую побывать на статуе Биг Гол Будда обязательно. Тут аура очень классная, честно говоря, вот уже все обошли, но не хочется сюда уходить почему-то. Ну, просто все просто энергетически на высшем уровне. Итак, мы поехали дальше.